Всем привет! Не секрет, что при хорошем метаболизме калории сжигаются очень быстро. Это одно из ключевых условий для похудения и поддержания стройного тела. Немецкими специалистами были названы продукты, которые действуют как естественные ускорители обмена веществ. Про эти продукты я вам сегодня расскажу. Продукт первый – это морская растительность. Активность метаболизма тесно связана с функционированием щитовидной железы. Если железа работает вяло, синтезирует не так много гормонов, это может вызвать полноту. А чтобы щитовидная железа работала правильно и хорошо, нужно употреблять как раз морские водоросли. Следующий продукт – это черника. Ее употребление помогает организму восстановить баланс сахара в крови, что позволяет метаболическим процессам существовать в интенсивном режиме. Помимо того, черника уменьшает воспаление, благодаря чему снижается риск всевозможных заболеваний, а также заболеваний сердца, высокого уровня холестерина и диабета. Следующий продукт – это источники белка. Протеины – одни из самых эффективных ускорителей метаболизма, особенно в сочетании с упражнениями. Такой комплекс способствует наращиванию мышечной массы, а также вытеснению жира. Продукты, особенно богатые белком, – это рыба, говядина, птица и всевозможные бобовые. Следующий продукт – это какао. Необработанный, то есть несладкий шоколад богат минералами, прежде всего магнием. Данное вещество не только стимулирует обмен веществ, но и борется с ожирением, а также сокращает риск появления диабета. И последний продукт – это ананас. В ананасе есть ферменты, которые действуют как ускоритель процесса пищеварения, тем самым помогая снижать вес у человека.